Внимание! Говорит и показывает Санкт-Петербург. Торжественный парад ко дню военно-морского флота 25 июля в воскресенье на Первом. Здравствуйте, в эфире «Вечерние новости», в студии Екатерина Березовская. Вот главные темы. Ответы на вызовы, борьба с лесными пожарами и коронавирусом, рост цен на продукты. Главные темы совещания Владимира Путина с правительством. Какие решения приняты? Госпереворот 2014 года, война в Донбассе с тысячами погибших, события в Одессе, покрывательство националистов, и это далеко не все. Россия впервые в истории подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ в отношении Украины. Враждебная тональность. В нашем посольстве в Соединенных Штатах отреагировали на заключенную Байденом и Меркель сделку по трубопроводу, подчеркнув, что это исключительно коммерческий проект. Все, что вы хотели знать об играх в Токио, в режиме 24/7. Уникальное цифровое решение Первого канала, которое открывает окно в Олимпиаду в вашем телефоне. Достаточно поднести мобильный к телеэкрану. Помочь встретить новый день. Проект «Всем миром» 7.3.7.5. Спасти чужую жизнь может каждый. Расскажем, как это можно сделать. Неоправданный рост цен, ситуация с коронавирусом и лесные пожары – главные темы на совещании президента с правительством. Отслеживать ситуацию с ценами в торговых сетях – это поручение от главы государства структурам Федеральной антимонопольной службы. Не навязывать прививку от коронавируса, но объяснять людям ее важность – это мнение Владимира Путина о прививочной кампании. Все подробности важного разговора знает Антон Верницкий. Жара и коронавирус – одно из заблуждений из начала пандемии о том, что ковид похож на сезонный грипп, и поэтому